Центр стоматологии «Жаик Дент». Крупнейшая в Казахстане стоматологическая клиника с полувековой историей и традициями. Наша особенность – это сочетание опыта и инноваций. Мы находимся в постоянном поиске новых, более эффективных подходов к восстановлению и сохранению здоровья полости рта. Наша миссия – повышение качества жизни наших пациентов путем сохранения и улучшения стоматологического здоровья пациентов. Центр стоматологии «Жаик Дент» – единственная на сегодня в городе клиника, где работают специалисты всех стоматологических направлений. Терапия, лечение кариеса и его осложнений, хирургия, имплантология, ортопедия, зубопротезирование, пародонтология, лечение десен, ортодонтия, исправление прикуса и челюстно-лицевых аномалий, гонатология, восстановление функций челюстно-лицевой системы, детская стоматология. Врач на развернутой консультации осматривает пациента, выслушивает все его пожелания. По показаниям назначаются дополнительные диагностические исследования. Рентген, компьютерная томография, лабораторные исследования, консультации у других специалистов клиники. После проведения диагностики составляется рекомендованный план лечения всех заболеваний. План обсуждается и вносятся в зависимости от пожеланий пациента поправки. Затем доктор составляет окончательный план. На любом этапе лечения план может быть скорректирован для достижения наилучших результатов. Четко зная, насколько сильна связь системы мышц, костной системы и всего организма в целом с полостью рта, с зубами и деснами, мы развиваем миофункциональную ортодонтию, подиатрию и гнатологию. Те направления в медицине, которые позволяют комплексно и системно решать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, позвоночником, асимметрией тела, стопами, органами дыхания, мышечными патологиями. С этой целью мы участвуем в международной программе MioBrace и получаем всемерную поддержку нашего австралийского партнера. В клинике создано особо любимое нами детское отделение. Цель нашего детского отделения в партнерстве с родителями – сформировать у каждого ребенка теплое, дружеское отношение к стоматологу и сохранить их зубки здоровыми и красивыми на всю жизнь. Общаясь с ребенком, мы стремимся подружиться с ним и заслужить его доверие, и только потом начинаем лечение. Наши пациенты могут решить все существующие проблемы с зубами и деснами в одном месте. Это и полная диагностика, и комплексное лечение заболеваний всей зубочелюстной системы. Наш приоритет – это сохранение стоматологического здоровья наших пациентов. Вместе с пациентами мы ставим задачу не допустить заболеваний. Сегодня все больше пациентов приходит к нам два раза в год на профилактический осмотр и проводят профилактические мероприятия. В течение 9 лет мы реализуем в нескольких школах города программу профилактики. Она показывает очень хорошие результаты. Заметно улучшилось общее здоровье детей, охваченных этой программой. Мы убеждены, что организм человека – сложная и гармоничная система. Любое изменение лишь одного элемента вызывает изменение всей системы. Наши врачи, оказывая помощь своим пациентам, системно подходят к организму человека, помня, что все в нем взаимосвязано. Цель нашей работы – это здоровая улыбка каждого пациента.